Одинцовские депутаты и единороссы присоединились к просветительской акции «Диктант Победы» в рамках реализации проекта «Историческая память». Партийцы отвечали на вопросы теста в школе номер один. Председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа, член фракции «Единая Россия» Татьяна Одинцова отметила, в Одинцовском округе проживает порядка 170 участников Великой Отечественной войны. Поэтому мы поставили перед собой задачу написать экзамен достойно. В нашем муниципалитете для участия зарегистрировалось более 4000 человек. Особенно приятно было видеть на площадках большое количество молодежи.